второй круг абсолютного первенства. Арбитр на Корее судья международной категории мастер спорта Кыргызстана Надымбек Айкалиев. Талаубек Улу Омурбек Кыргызстан и мастер спорта России международного класса, призеры России по вольной борьбе, бронзовый призер международного турнира Гран-при Ивана Ярыгина, чемпион международного турнира на призы Дмитрия Петровича Горькина и в этом году ставшего чемпионом из 107 участников первого всероссийского турнира в Якутске Ханкаласки Папсагай Жаркал Дамкина. Жарыл весовая категория соға, вес соға, жарым 10 килограммды первый крукты. Нархыдың нүгөтінен қара ғой, первый схватке барылда ғой. Кіртіне бағыл, мұртек жанынып, көвер емо чөстегі ғой, тары схваткіда қырраған. Мұны абсолют күді Нархыдың баға тұру үшін тінен қара ғой. На ковре на втором круге абсолютное первенство до 75 килограммов представитель Кыргызской школы борьбы Талаубек Улу Омурбек и представитель Российской Федерации мастер спорта России международного класса Жаркал Тамдина. Касание было. Схват мира мастер спорта России международного класса Жаркал Дамкина, Россия, Бурятия.